И всем привет, дорогие друзья, с вами Wizard, он же Rus Games, и сегодня мы будем создавать сайт на замечательном хостинге UCAS. Для начала нам нужно будет зарегистрироваться на сайте Udemy. Сюда вводим наш логин. Точнее, email. Сюда вводим наш пароль. Сюда вводим имя. Я буду вводить такое имя левое. Сюда вводим наш никнейм. Год. Место жительства. Но я не буду выбирать это наобум. Так вот он. И нажимаем галочку «Подтверждаю». Это обязательно. Запоминаем все. И идем на почту. И вот письмо. По этой ссылочке. Вводим код и без опасности. Все, регистрация завершена. Нас перекидывают на наш веб-топ. Это можем закрывать. И придумываем наш пароль для веб-топа. В будущем этот пароль нам пригодится для входа в панель управления. И вводим пароль, который вводили при регистрации. Нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Мои сайты», «Создание сайта». И буквально в следующей серии мы будем создавать сайт.